Магазинчик GNC. Они маленькие, да. Это не витамин шоп. Ты снимай, чтобы тебе не запретили. Ну, может, запретят снимать. Пока поснимаем. Запах-то какой? Чем-то пахнет. Вкусно пахнет. Ну, не спортивным питанием. Но в основном всякие витамины, да, Игорь? Шляпа всякая. We are from Russia, we have same shops. We own in Russia, so... No problem, video, no... Видео, no problem. Видео. Видео, no problem. Типа тем пошла за... Это их вот бренд? Да, закрывать эти вот. Да. Хорошо. Хорошо. Вот это спорт. It was just 10 years ago inside the sport factory in Berlin. Gaspar. Do you know vitamin shop? Somewhere here also. Okay. And where? Stoplights are just to the right? Right, and then this head, and then there's no stoplight to the left. Okay. The shop is just because it's a huge shop, yeah? Yeah, because that's a specific huge medical shop. Игорь, $78 стоит голд. Это сколько? На 80 на 3? Ну, 2500, 2400. Ну, как у нас. Ну да. Но для держать для какой-то карточки скидка. Ну, у нас тоже есть скидки. Ну да, Плазмаджет еще есть. Плазмаджет? А ты же говорил, что его сняли с производства. Сняли, но осталось это старое. А дай посмотреть состав. Не будем врагов сделать. Это второй или третий? Не будем врагов рекламировать. А холодрол может есть, нет? Холодрол нет. Так много рыб. Много лиц таких специализированных. Ну такой небольшой. Это франшиза магазина. Так, что тут еще? Pro Performance, это я не знаю, что такое. Это их GNC. А, это их GNC. Только поэтому у них тут все заполнено этой хренью красной. Вообще все. Целый угол. Это тоже джинсы. Это тоже джинсы. Отлично. О, демотайзер две полки. Это тоже джинсы. Так. Масло тэч. Телекор. О, Москва у нас ящики. Смотри, 50% оф. Ящик масл милк. Это напитки, что ли? Ну, напитки с ЛГРС. Это напитки. Перкро или... Майофлекс. О, Синта 6, смотри, вот, ну, да. Напитки. Масл милк в основном. О, масл джус, сколько стоит? Революшн. Революшн. 50 баксов. Так, полторашку, что ли? Да. Ну, дешевле, чем у нас. Из-за масс. У нас, видишь, доставка дорогая, тяжелых продуктов. Ну, да. Поэтому у нас дороже тяжелые. Наверное, легкие стоят столько же. Сомахил. Смотри, спорт. Sport Nutrition, а стоит Universal. Ну, это просто, это все подряд, видишь, куча Universal, Rarmor стоит. Не, ну здесь все по брендам. Ну, просто очень... А это сборная? Малопродаваемые бренды, видать. Ну, Carnival. Из них только Carnival стоит, да, здесь? Ну, конечно. Все подряд. О, Опьюмас. Опьюмас сколько? Сколько Опьюмас там, не видно мне. Ты в очках? 53 бакса. 53. 1600. Дешевле. Чем у нас. А Голд примерно столько же получается, смотри-ка. Витрекс 80 большой. 80 большой, это сколько 80? Как Голд стандарт. 2500, да? Москва фарма. Все, а здесь пошли витамины. Витамины, минералы, херц. GNC shop or franchise shop? Yes. No, we are from Russia. Nobody see yes shops, so we just. Oh, really? To show to friends. Forum, Russia, internet. Forums, like. Forums. So. Sport, food. My internet shop. People. Does he have internet shop?
I am a distributor. We are distributor of Cytosport and Optimum in Russia. А что он сказал у них? He was just Протеин больше всего продает. Ну, их, собственно, им так положено говорить. А, им так положено. А на втором месте? Да. Second place after your protein. Second place? Yeah, protein powders. What is the best selling second place protein? After your own. The on is a good one. On? On? Optimum? On. Optimum, yeah. Okay. The good one. А на третьем сайте Cytosport. А на четвертом BSN, наверное. It's saleable because it's cheap. А синта? Синта шит? Yeah, it's полоска на язык. Энергетическая полоска на язык. А нахуй нет полоски? Энергетической. Пойдем, заводил. Смотри, ампул. Как приблуда. О. Это что, колоть, что ли? Нет, пить с трубочкой. Okay. Thank you. Bye. Под горячее море. Ну, Суприма, смотри, больше всего. Конечно, лежит. сам шоколадный год. Конечно. Вот смотри, Элит, Синтез 6. Элит еще остался, они еще не просрочились. Вот смотри, сколько. Они еще не просрочились. Не, они делали надзор. Сейчас посмотрим. Срок годности посмотри. Июнь. 12-го. Очень непосрочились. Никто нет больше того самого. А вот и витамин шоп. Тарелочку можно взять. Что брать? Тарелочку. То есть магазин спортивного питания с тележками, с корзинками. Да. Супермаркет. Охренеть. Мы обычно пока не закрыли. Холодильник вот красиво сделал. Совсем нельзя? Такой у нас в Москве продается. Да его в Москве у нас. Здравствуйте.
45 долларов. Гол стандарт 45 долларов. Просроченную. Срок годности сентябрь. Сентябрь 11. Скидка 50%. О, целый стенд просроченных товаров. Что? То есть вот джинси. Акция, валю прайс, типа акция. 54 было для тех, кто владеет карточкой. Ну, 54, все равно там 80 долларов. Перешли через дорогу. Витамин шоп. Здесь 45. Обалдеть. В два раза разница. Через дорогу. Дорогу перешли, это же далеко. А вот это что, смотри. Это УЕ, это АСС бывший. Мелатонин, это шикалка и капельки. Как хочешь, короче. Для собак. Для собак? Освежитель дыхания для собак. Breath Fresh. Чтобы собака дышала. Ну, не жители, но для промывки дыхания для собак. Это этот самый Gold Standard Natural столько же стоит. Конечно, мы где-то приведем. Сок напиточку. О, Тайт, РТД, Red Line. Мы наконец-то видели Сан впервые. Да. Коле привет передать. Коля, ты видишь? Мы видим Сан. Мы видим бутылку. Red Line. Обошли 300 метров квадратных. Ни одной не видели. Батончик, конечно, до хренища. Какой... Свой или? Не, это глобальный, наверное. Липа 6 Кикс, Липа 6 Блэк, 40 баксов. Какой у них лучший выбор? Right? Mm-hmm. If they're sports, working out, mm-hmm. then it's going to be a complex between Pro Complex. Pro Complex? Yeah, 8 different sources of protein in Pro Complex. Or, if they're going to do it for real and have small peptides for photosynthesis, then they're going to do the photo way. Photo way is much more expensive, smaller on consumption. So the body absorbs it really fast. Photo way? Yeah, you seen it? Ah, it's your brand, like... Okay, blue? Ah, This is our brand here, right? But this one here, because of the peptides, is smaller. So if the starts out, you know, very large, yeah. Yeah. Okay? Yeah. But with the peptides, it's very small for muscle, right? Faster absorption. Same as right. Platinum Hydro. Right. Hydro. Same product? The Platinum Hydro. No, two different products. Uh-huh. That's on. Yeah, but. Same concept for science. Inside right. Ingredients is weight. Whey protein. Hydro. Hydrolyzed weight. Yeah, hydrolyzed. Mm-hmm. And what's the difference in concept? Because probably the peptides. Because that one is, even though it's hydro, it's not peptides, it's just hydro. Mm-hmm. That's going to be different on the consumption of the hydro. Yeah. But it's going to be more expensive than most. Yes. This super дорогой, other than that, people would get the, you know, Synthesis 6. It's gone down. Ah. Yeah. On. How much? Has gone Cinta. Up. It used to be. This one? Дороже used to be up here. Mm-hmm. Now